На Тайване устраняют последствия супертайфуна Конгрей. Он обрушился на остров днем ранее. В результате погибли по меньшей мере 2 человека, более 500 получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий. Экстренные службы работают в усиленном режиме. На острове отменили более 500 авиарейсов и почти 140 паромных маршрутов.